Канада. Канадские фигуристы готовятся выйти на лед. Параллельный прыжок, неудача, партнерша упала. Интересный переход, какой сложная поддержка. Интересный вариант. Да, неплохая пара, неплохая пара. Тренирует ее Патрик Холл и Линдон Джонсон. А вот хореографом в группе хореографов записан Бернар Форд. Это многократный чемпион мира в танцах на льду. Англичане, казалось, Диана Тайдер, Бернард Форд. Вот он занимался хореографией этой пары. Очень, кстати, неплохая хореография. Пара приятно смотрится на льду. И, как видите, на льду сувениры. Значит, они понравились зрителям. Все зрители сегодня в дворце очень приятно. Занимает всех абсолютно фигуристов. Вот мы смотрим. Вот здесь первая ошибка, да, вот первая ошибка, партнерша упала. Да, ну, подкрутка была с ошибкой на финальной части. Упрощение довольно синхронно исполнили. Выброс чисто. Вот положение корпуса, видео партнерша тоже был недостаточно уверен. Вот поддержка очень хорошо исполнилась, интересно, очень интересный переход, сложный и интересный переход. Партнер родом из Южной Африки, он приехал, мигрировал в Канаду, вот уже катается, живет, катается, выступает за Канаду. Седьмые они были на четырех континентах. 57
97 сотых. Их результат, который они получили на четырех континентах. На этих соревнованиях посмотрим, смогут ли они улучшить свой результат. Пятьдесят один восемьдесят шесть, к сожалению, они не набирают, не набирают свои лучшие дедакшн. Падение партнера, здесь на ошибка минус один балл.